Теснение фольгой. Мастерская Графкам. Вот фольга. Вот это пресс. Это вот бумага. Как правильно ложить или класть? Класть. Кладем фольгу. И температура у нас 120 градусов. Удар должен быть довольно-таки резкий, чтобы получилось качественное теснение. Вот так вот. Раз. И все. Если бы задержались, то было бы хуже, залипло бы. Вот. Смотрим, что у нас получилось. Вот, получился у нас вот такой красивый оттиск. Очень мелкий рисунок. Вот. Но в целом получилось очень неплохо. Вот фольга. Вот оттиск. Всем пока!